В ожидании дня жестянщика сегодня татарстанские водители должны быть особенно осторожны. На дорогах гололедица, осадки в виде мокрого снега, в утренние часы температура во многих районах ниже нуля. Автолюбители просят сменить и стиль вождения, и сезонные шины. В 2011 году так называемым днем жестянщика было 15 ноября. В этот день в Казани было зарегистрировано 360 ДТП, 9 из которых с пострадавшими.